доброго времени суток. Я приветствую вас на канале от Татьяны с любовью. Сегодня у нас на повестке дня салат из кальмаров. Очень вкусный салат из кальмаров, я вас уверяю. Хотя я живу там, где кальмары не водятся. И честно вам скажу, что я вообще попробовала кальмары уже в зрелом возрасте. Но у меня брат ходил в море и ходит до сих пор. В общем, но раньше он ходил на рыболовных суднах и оттуда нам привозил кальмары, креветки, то, что мы раньше никогда не видали. Ну, что там, 90-е годы, представьте, да? И рядом с мамой жила соседка, которая то ли с Приморья, то ли откуда, но она эти кальмары, креветки, как говорится, с детства, да, кушала. И мы не знали, куда деть, что, как их приготовить. И она научила вот этот салат готовить. Этот салат мама очень любила готовить. Я вообще обожаю этот салат. И это самый вкусный салат из кальмаров, какой может быть. Сейчас я расскажу и покажу. Поехали. Так, начнем с того, что мы будем отваривать кальмары. У меня здесь уже закипает вода. И вот кальмарчики. Мне они достались почищены. Ну, более-менее. Я убрала сверху еще пленку, изнутри пленочку. И вот такие вот они у меня получились. Так, вода закипела. Я отправляю сюда кальмара. Все, вот так вот смотрю, чтобы он не всплыл. И отсчитываю сразу 30 секунд. Вот у меня секундомерная стрелка есть. Я вот отсчитываю, чтобы прошло 30 секунд. По одному буду я их готовить. В принципе, мы люди не приморские. Кальмар для нас это, как сказать, новиночка, да. Я вообще в зрелом возрасте попробовала первый раз кальмара, поэтому, чтобы его приготовить, испробовали самые разные, значит, методы приготовления. Так, все, 30 секунд прошло, кальмара достаю. И отправляю туда следующего, но дожду, чтобы вода закипела. В кипящую воду отправляю, вода чуть подсолена, уже, наверное, сказала. Значит, мы люди не приморские, начала говорить вам, да, поэтому я испробовала самые разные способы приготовления кальмара. В принципе, можно или вот так вот 30 секунд, чтобы он остался мягоньким, да, сделать, или можно его отваривать в течение 40 минут. Я не знаю, конечно, специалисты по кальмарам могут меня поправить, но я пробовала и так, кальмар бывает, если 40 минут его отварить, он тоже бывает вкусный. Но так, вода закипела. Сейчас отпускаем следующего. Так, раз. И вот так вот я помогаю, чтобы он весь там был, не всплывал. И опять смотрю на секундомер. Значит, но в основном, чтобы не ошибиться, я покупаю уже готовых кальмаров. Но тут уже, знаете, тоже надо смотреть производителя, чтобы не попасть, как говорится, в просак, чтобы производитель был хороший. Ну все, готовим так всех кальмарчиков. Ну и все, кальмарчики готовы, начинаем собирать салат. Далее салат собирается очень вообще легко. В общем, самое главное отварить кальмары, ну или купить качественные, уже готовые. Значит так, у меня здесь лук. Я взяла красную луковку, тоненько очень вот так вот порезала. Вот, немножко присолила его на данный момент, чуть-чуть. Вот, и оставила. Так, 4 яйца порезала я вдоль. И яйца, вот видите, вот так вот. То есть, чтобы сделать длинненько. Одно яблоко, сняла кожурку, значит, вычистила серединку и тоже порезала длинными тонкими полосочками. То есть, весь салат стараемся резать тонко. Здесь у меня один огурец, точно так же порезан длинными вот такими вот полосочками. Ну и, конечно же, кальмары, которые мы с вами вместе отваривали. Смотрите, они какие мягонькие. Вообще мягкие, очень сладкие, очень вкусные кальмары получились. Так, собираем салат. Кальмары тоже порезаны соломкой. Отправляем в чашку кальмары. Так, отправляем сюда яблоко. Яйцо. Огурец, я его сейчас вот так вот чуть-чуть отожму, чтобы лишнюю влагу нам сюда не отправлять. Не сильно. Огурец придаст свежесть такую. Но влаги много, нам в салате не надо. Поэтому чуточек отожмите. Лишняя вот эта вот ложка, две сока нам не нужны.
Вот, видите, вот он сколько осталось. Так, замаринованный лучок. Я его тоже вот так вот сейчас сделаю, вот так. Чтобы он распался прямо на вот эти вот штучки порезанные. Был тоненько смотрелся, видите? Вот так вот. Сюда же пошел укроп. Укропа совсем немного. У меня замороженный укропчик в этот раз. Совсем немного, чтобы он не перебил вкус кальмаров. Солим, перчим по вкусу обязательно. Смотрите сами, как вы любите. И добавляем, конечно же, домашний майонез. Я возьму вот так вот одну. Ну, примерно получится одна с горкой столовая ложка. Сейчас посмотрим. Видите, какой густой майонез. Я вам ссылочку оставлю внизу на домашний майонез. Он самый вкусный. И все новогодние салаты у вас будут с этим майонезом очень вкусные. Все хорошо перемешиваем. И по необходимости майонез еще добавьте. Вот такой вот салат у нас получился. Смотрите, я больше майонез не добавляла. Вот, столовая ложка у меня здесь с горкой домашнего майонеза. Видите, и так сочно все. Перед тем, как выкладывать в красивую салатницу и подавать на стол, обязательно попробуйте на соль, на перчик, на все, чтобы у вас было вкусненько. Тогда только перекладывайте. Это самый вкусный салат, который можно приготовить из кальмаров. Я вас уверяю, попробуйте хоть раз, и вы будете готовить его постоянно. Гости такой салат со стола сметают первым. Это будет украшением вашего стола. Просто шедевр. Приготовьте на Новый год. Я уверена, что вы не пожалеете. Хорошего вам вечера и приятного аппетита. Вот такой вот салатик получился. Я вас уверяю серьезно, что это очень вкусно. Те, кто с Приморья, да, те, кто с кальмарами на «ты», ну, поправьте меня, если я где-то не права, да, ну, или подскажите, что еще можно добавить в такой салатик. Но мы уже делаем, вот представляете, сколько лет, с 90-х, да, годов, очень много лет уже вот именно салат из кальмаров по этому рецепту. Поэтому готовьте с любовью, готовьте с удовольствием. У вас обязательно все получится. Гости на новогоднем столе будут у вас в восторге. И этот салат сметут в первую очередь. Кальмар нежный получается, очень вкусный, сочный. Ну, реально, это просто сказка. Если вам понравился рецепт, то ставьте лайки, не забудьте подписаться на мой канал. Всего вам самого доброго, самого хорошего. Хороших вам новогодних хлопот. С вами была ваша Татьяна. Пока-пока. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock.